Жена Павла Прилучного Агата Муцениеце выложила на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой предстала перед зрителями заплаканной. Поклонники пришли к выводу, что этот трагический образ актрисы связан с какой-то ролью. Фотографию с черными дорожками растекшихся от слез теней Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Инстаграм. «В моем сердце цунами. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред». Лаконично подписала снимок она. Поклонники не стали спешить утешать актрису, поскольку решили, что фотография была сделана во время очередных съемок. Тот факт, что в подписи к снимку актриса отметила певицу Риту Дакоту, только подтвердил эти предположения. Она как раз снимает клип на песню «Цунами». Некоторые подписчики в шутку предположили, что слезы на глазах – это продолжение реакции актрисы на финал сериала «Мажор», главную роль в котором сыграл ее муж Павел Прилучный. Концовка третьего сезона оказалась совсем не оптимистичной, герой погиб. Теперь создатели ленты просят воскресить его. «Мое лицо, когда закончился «Мажор», это я после финала «Мажора», когда убили Игоря и Вику», поделились своими впечатлениями пользователи сети. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что актриса страдает в действительности, а не на камеру ради съемок клипа. «Все шутит, но кажется, у Агаты что-то случилось», — заметил один из комментаторов. Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года в тайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия. В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. Появились слухи о грядущем разводе звезд. Сами они, однако, опровергли эту информацию, хотя и признались, что проблемы в семье у них действительно были.